На базе спортивного комплекса имени Лакомова в течение 2 дней проводился мастер-класс для участников народного ансамбля танца «Гуляй, россияне». Мы вообще практикуем преподавание других хореографов из других коллективов, с профессиональных коллективов для наших детей. Ну, потому что это разнообразие, потому что это новый подход к преподаванию, это новый стиль, это новый почерк. Детям интересно, у них глаза горят. Благодаря совместному сотрудничеству с артистами государственного ансамбля песни и танца «Ставрополье», руководство коллектива решило направить своих солистов в Азов для культурного обмена. Мы поработали 2 дня с ребятами, и они были очень заинтересованы этой работой. Была отдача от них, искра в глазах, и нам очень понравилось. Мы под большим впечатлением, мы хотим поблагодарить руководителей, которые держат такой коллектив в таком состоянии, в рабочем, и что передают эту культуру народного танца, мы очень благодарны. Артисты балета поделились историей о хореографическом наследии Ставропольского края, а ученики с большим энтузиазмом стремились познать азы народного танца. В наше время, к сожалению, где-то народный танец все-таки становится, у детей становится не таким перспективным, можно даже так сказать. Вот, то, что очень мало деток, которые заинтересованы именно в этом танце. А здесь, когда мы сюда приехали, увидели, во-первых, такое количество детей, это просто что-то с чем-то. Сразу такие эмоции были, и дети, они горят этим делом. У хореографического искусства терских казаков есть свои уникальные особенности. Артисты поделились с участниками ансамбля «Гуляй, россияне» секретами и тонкостями, манерой исполнения, которая отличается плавностью движений, переходящей в быстрый ритм, присущий Кавказу. Мне понравился этот урок из-за того, что это совершенно другая республика, это другой совершенно коллектив, танцы. И очень интересно попробовать что-то новое и стремиться к этому. Эти чудесные 2 дня очень мне прям вот понравились. Другие песни, другие танцы, новые движения. Выучили новый танец, мне очень понравились репетиторы, очень хорошие. Мне очень понравилась девушка, которая у нас вела, очень добрая, показывала четко движение. Мастер-класс стал возможен благодаря исполняющему обязанности директора государственного ансамбля песни и танца «Ставрополье» Роману Рагимову. Он оказал помощь в организации и проведении обучающего процесса. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что народный танец продолжает жить и развиваться. Екатерина Четверякова, Валентина Сираж, Юрий Бабенко, Азов-Инфо.